Добрый день, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, и я Александр Петров. Я давно уже должен был поставить это видео, но я хотел посмотреть, какой будет отклик на мое мнение в социальных сетях. Один из достаточно известных блогеров назвал своих подписчиков быдлом, ну и заодно говном. Почему? Потому что они слишком много для него, от него требовали. Дескать, ну, достаточно того, что я вот ставлю такие красивые видео, я для вас стараюсь. Ну, первое, недостаточно. Потому что ты всегда был агентом, субагентом, и без разницы, продавал ты своих подписчиков за 10% или как сейчас за 25%, разницы нет абсолютно никакой. Ты продажник, и поэтому будь добр перед своей клиентурой, как ты же называешь, клиентами, вот перед своей клиентурой и прогибайся. А то ведь это не гарантировано, что она у тебя всегда будет. Это они тебя ценили, когда ты им показывал красоты, якобы будучи независимым человеком. Якобы ты не был агентом. А вот сейчас ты сказал, что ты агент. И поэтому ты должен служить своим клиентам. Клиент, он ведь требовательный, и он всегда прав. Затем, люди, которые просят твоего совета, они не всегда правы. И да, они порою в действительности очень annoying. Но это не значит, что ты можешь их называть быдлом. Особенно я бы не называл быдлом, не имея на то основания и не имея при этом никакого высшего образования. Можно и не иметь высшего образования, но не быть быдлом. Быдлом ты становишься, когда называешь других людей, посторонних, абсолютно не имея на то основания, вот этим словом. Поэтому я считаю, что это очень плохо. И это должно прекращаться на просторах нашего интернета. Если ты зарабатываешь на YouTube, если тем более ты еще к тому же являешься агентом, ты не имеешь права так называть людей. Да я думаю, что крайне редко ты вообще имеешь право называть не то что подписчиков, но и посторонних людей просто быдлом. Я бы хотел, чтобы люди окружающие задумались, а, собственно говоря, у кого они находятся на канале. Это кто является или будет являться их агентом. Это человек, который называет других быдлом, говном. Очень интересно. Ладно, не будем обсуждать теперь этого человека. С ним-то все уже ясно. С ним и раньше было все ясно. Но до поры до времени говно оно не проявлялось в нем, в этом человеке, не в его подписчиках, а лично в нем. Вопрос к вам, дорогие подписчики, тем более, что многие находятся на всех каналах, которые так или иначе описывают Австралию и от людей, которые живут здесь, или, по крайней мере, притворяются, что здесь живут. Вы-то, дорогие друзья, как прощаете все это? Я посмотрел, вы поддерживаете человека. А вы не подумали о том, что говном он называл и вас? Когда вам понадобится помощь, и когда вы подумаете, что в действительности вы же студент, вы же иммигрант, он же денежку с вас имеет. А он скажет, а вы быдло и говно, что я вам буду помогать? Моя задача, что, привести вас к агенту и до свидос. Получил свои 25% и забыл. Ну и как вам такая перспектива? Вы все еще в радужном настроении? Ну, это ваши проблемы. А я обычно таких людей не прощаю.